Что касается кризисов журналистики на сегодняшний день, я думаю, что он, скорее всего, может быть не со стороны надзора властей над журналистами, а за счет того, что у нас ушла в небытие работа редактора. Мне нравилось, когда все новости проходили через редактора. Мне очень грустно читать новости на албанском языке. Мне бы хотелось, чтобы чуть больше внимания к работе над новостями проходило.